Мы знаем по всей истории человечества, что там, где вестник не был принят или даже преследовался, там спрашивается со всей страны. Вестник приходит в час трудный. Все бедствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное предзнаменование? Не избрала ли страна путь труднейший? Елена Рерих. Восьмого мая 1926 года в районе озера Зайсан небольшой экспедиционный отряд пересек китайско-советскую границу. В нем было несколько мужчин и одна женщина. Они пришли из глубин Азии. Высокое поручение, которое им предстояло выполнить в России, было трудным и опасным. Спустя короткое время таинственная экспедиция также неожиданно покинет пределы страны, чтобы продолжить свою дальнейшую необычную миссию. Первые сведения о целях и задачах этого необычного путешествия станут известны только через 70 лет. Сейчас они направлялись в Москву, столицу молодой Советской Республики. Руководитель отряда в тот день записал в своем дневнике: «Здравствуй, земля русская, в твоем новом уборе». В течение всего путешествия в Москву он будет делать дневниковые записи, и они окажутся такими же необычными, как этот отряд. Его пройденный путь и цели, с которыми он, рискуя многим, пересек границу. Экспедицией руководил известный русский художник, мыслитель и общественный деятель Николай Константинович Рерих. Вместе с ним находилась его супруга Елена Рерих, крупнейший философ 20 века, и старший сын Юрий, известный лингвист и востоковед. Они покинули родину почти 10 лет назад, в 1918 году. Теперь они ее не узнавали. Молодая страна встала на ноги. И хотя вождь, совершивший революцию, умер 2 года назад, страна еще продолжала жить энергией его мысли. Николай Рерих писал о космосе и мировой эволюции. Он отмечал, как легко воспринимались эти понятия простыми людьми новой России. Он писал о созидательной силе, которую увидел в народе, о необыкновенной жажде знаний. Его радовало, куда направлено народное сознание. Оно устремлялось к знанию, культуре и всеобщему сотрудничеству. Здесь оплот новой эволюции. Внесет он очередную запись. От результатов их визита в Москву зависела будущая судьба молодой республики. Информация, которую Рерихи должны были передать руководству страны, могла изменить весь ход ее исторического развития. Об этом впервые рассказывается в нашем фильме. Глубоко познавая духовную жизнь Индии, Рерихи стали сотрудниками уникальной группы духовных учителей Востока, сохраняющих знания древней мудрости. В Индии учителей называют махатмами – великими душами. По уровню своего эволюционного развития махатмы стоят много выше современного человека. Их крайне малочисленные группы расположены в труднодоступных местах Гималаев. Это слово у нас, то махатма, махан плюс атма. Понимаете, да? Махан – это великий, атма – это душа. Великий душа – это махатма. Махатма – это значит человек, который… Махан, великий атма кто будет, который себя познал, понимаете, да, в духовном смысле. Это слово махатма пользуется для духовный высокий человек.
Махатмы – это группа индийских философов, которая в жизни Рерихов и их творчестве сыграла определяющую роль. Поскольку махатмы владели знаниями планетарного характера, то есть знаниями о эволюции всего человечества, то их миссия носила планетарный характер. Рерихи были связаны не только с одним учителем великим, но и с целой группой. И вот эта группа великих учителей, она следила за нашей эволюцией и выдавала, как необходимо не пропустить этой эволюции. Те махатмы, которые сотрудничали с Рерихами, это совершенно особые личности. Это не просто духовные учителя, а учителя с космическим сознанием, которые могут вести человечество к прогрессу, к развитию именно с точки зрения космической эволюции. Многолетнее сотрудничество Николая Константиновича и Елены Ивановны с махатмами Востока привело к созданию многотомного труда под названием «Живая этика» или «Философия космической реальности». Первые книги этой философии были опубликованы в 20-х годах прошлого века. 13 июня 1926 года Рерихи прибыли в Москву. Они везли членам советского правительства необычные подарки. Послание от Махатм, землю со священного места Азии, а также картины, созданные Николаем Константиновичем в экспедиции, и рукопись одной из книг живой этики под названием «Община». Рукопись предполагалось опубликовать и широко распространить в России. Эти дары имели глубокий внутренний смысл. В письме учителей говорилось: «Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса». Махатмы как бы обозначали цели будущего развития России. Они давали понять руководству страны эволюционный, общепланетарный характер совершаемых в стране преобразований. Учителя указывали, что смысл революции не только в крушении старого мира, но главное заключалось в созидании мира нового на других духовных и эволюционных основах. Это такие вот эволюционные идеи на тот момент, как устремление к общему благу, устремление к труду, к знаниям, к свободе духовной, к красоте. Это освобождение народа от лжи, лицемерия, от мещанства, предрассудков и суеверий, вот от тех мешающих элементов, которые стали бы преградой в будущем нашему народу. Посылая шкатулку со священной землей на могилу Ленина, махатмы как бы передавали символический привет покойному вождю революции. Привезенные картины Николая Рериха составляли единую серию под названием «Майтрея». Картин было семь. На холстах, в символах и знаках отражалось прошлое, настоящее и будущее. Конь счастья нес на седле людям сокровища мира. На горных утесах вздымались стены монастыря, твердыни духовного знания. В ночи у костра среди шатров о чем-то важном беседовали люди в старинных одеждах. Другие, остановившись на короткий привал, сидели в молитвенной тишине перед картиной. На ней был изображен человек, похожий на древнего короля. Таинственно темнели входы в пещеры. В них сохранялись великие знания для будущего. Одинокий путник в пустынном каньоне стоял на коленях перед четырехрукой статуей. Две руки обращены к небу и две к земле. Величественный символ связи человека, планеты и космоса. Серия «Майтрея» была посвящена пророчествам Азии о наступлении новой эры. Сроки исполнения предсказаний указывали на наше время.
В легендах говорилось о скором приходе из страны Шамбалы будущего Будды – Майтреи. Его появление связывали с наступлением светлого века справедливости. «Освобождение от тьмы невежества и порабощения придет с севера», – говорили ученые-ламы. Знаком этой великой эпохи был красный огненный всадник, устремленный в будущее. Темные силы зла и несправедливости гибнут под копытами его коня. Сюжеты картин были связаны с будущим планеты. Знания, облеченные в древние пророчества, касались и говорили о заповедной стране Шамбалы, стране учителей высокого знания. В полотнах содержалась информация о наступлении новой эры в эволюции человечества, когда люди будут объединяться не по религиозным принадлежностям, а их будет объединять высокие духовные знания. Картины были иллюстрациями духовных ожиданий Азии. Они в символической форме рассказывали об этих ожиданиях, и эти полотна были неотъемлемой частью послания Махатм и книг живой этики общины. Среди даров Рерихов рукопись книги «Община» была главной. Махатмы, создавшие книгу, хорошо понимали, насколько опасным был период, к которому подошла страна в 1926 году. После революции, смерти ее вождя Ленина, развитие событий в России принимало характер, угрожающий тяжелыми последствиями для народа. Страну повели по пути, идущему вразрез с космической эволюцией и ее законами. Пространство свободы стремительно сужалось. Тоталитарные тенденции все сильнее набирали оборот. Учителя Рерихов не могли остановить этот губительный процесс уничтожения духа народа и его национальной культуры. Но они видели, что в стране еще существуют возможности для принятия альтернативных решений. От этого во многом зависела не только судьба России, но и всего мира. Визит Рерихов в Москву был связан с необходимостью предупредить правящие круги о последствиях неверного выбора путей. Книга «Община» – это такой уникальный духовный текст, который имеет такую социальную направленность. В данном тексте даются конкретные практические рекомендации к тому, как бы эта община могла реализоваться в конкретном обществе. Политическое руководство страны и его окружение делало акцент на экономическом развитии страны. Но проблема состояла в том, чтобы объединить экономику и другую сторону этого развития, а именно культуру. И вот это объединение, а точнее говоря, синтез экономики и культуры, мог бы привести Россию к новым высотам в своем развитии. Сама идея общины, она отождествлялась с таким понятием, как коммуна. И вот учителя считали, что именно в атмосфере коммуны человек может наиболее полно выразить свое свободное творчество, развить свои лучшие качества, продвинуться по лестнице духовного самосовершенствования. В общине тоже много говорится о том, что должна развиваться культура в целом, все аспекты. Прежде всего много говорится и о воспитании, и о том, как должно развиваться человеческое сознание, о роли учителя в человеческой жизни. Община не должна насаждаться насильственным путем, что это как бы прямое следствие развития человеческого сознания. Книгу «Община» можно назвать рукой помощи, которую протянули учителя молодой стране. Рукой, которая указывала верный эволюционный путь в новую жизнь. Вот ту новую жизнь, которую собиралась строить наша страна. В рукописи «Общины» также содержались предвидения в отношении личности Сталина и той разрушительной политики, которую он принесет стране. И хотя имя последнего не упоминалось, все, что говорилось на страницах книги, противоречило Сталину, помогало раскрыть его суть и сделать соответствующие выводы.
Сектант мечтает забрать власть для подчинения всего своему негибкому сознанию. Страх и подлость займут ближайшее место. Отрицатель мечтает окружить все человечество стеной ужаса. Человек, сеющий ужас, сам безумно боится. Рерихи должны были передать предупреждение руководству страны не допускать Сталина к посту вождя. Задача была крайне опасной. В Кремле их приняли два наркома – Чичерин и Луначарский. Оба были сподвижниками Ленина, но их влияние и власть уже ослабевали под напором наступавших перемен. Рерихи донесли до наркомов сведения о махатмах Востока, от имени которых они прибыли к правительству России. Наркомы вежливо выслушали приехавших, но ни космическая эволюция, ни принципы буддийской философии, ни известия о махатмах их не заинтересовали. Каждый из них был ортодоксальным марксистом и не считал нужным заниматься пустяками. Их больше беспокоило собственное шаткое положение и надвигающиеся политические изменения. Предупреждения приняты не были. Свободная воля руководителей страны сделала свой выбор. Судьба даров, к сожалению, сложилась печально. Они были отвергнуты. Это означало, что страна выбрала иной путь, не тот, который ей предлагали и указывали учителя. Ларец со священной землей затерялся. Послания махатм сдали в архив. А серия картин Николая Константиновича Рериха была передана в художественную галерею Нижнего Новгорода благодаря стараниям Горького. Книга «Община» не была опубликована в России. Какие могут быть предположение, почему этого не было сделано? На мой взгляд, во-первых, потому что предлагалась помощь от анонимных духовных учителей в махатм, а не от конкретных политических деятелей. И понятно, что политическая элита, которая была заинтересована исключительно в политическом влиянии на Восток, она не восприняла это послание серьезно. Если бы политическое руководство России, все государственные структуры и, в принципе, вся страна восприняли идеи книги «Община» и реализовали бы эти идеи, то Россия смогла бы совершить переход к новому типу общественных отношений, в основе которых стояла бы культура, знание и красота. Идеи общины были подменены полностью, начались репрессии. Как писал Тейяр де Шарден, людской миллион стандартизированный на заводе, людской миллион в шеренгах и на парадных площадках, кристалл вместо клетки и муравейник вместо братства. Вот так и случилось. Встречи Николая Рериха с Чичерином и Луначарским не остались без внимания. Вскоре кто-то влиятельный в правительстве дал команду председателю ЧК Дзержинскому арестовать художника и членов его экспедиции. Дзержинский пригласил Николая Константиновича для разговора. Однако в назначенный день шеф Лубянки скоропостижно скончался. В день его похорон Рерихи спешно покинули столицу. Позже махатмы так прокомментируют случившееся в Москве. Правильно думаете, что Ленин был бы арестован сейчас. Многое упущено, но события ждут Россию. Пусть русские сами судят свое будущее. Возможности, предоставленные космической эволюцией народу России, использованы не были. Казалось, что страна продолжала жить, как жила. Однако низкое сознание и бездуховность все сильнее губили ее. Наступало время сталинского тоталитарного режима. Все, о чем предупреждали Рерихи и их учителя, начинало сбываться. Не подозревая о существовании космических закономерностей, созидатели новой России нарушали природно-исторический процесс, разрушали национальную духовную культуру, убивали интеллектуальный генофонд страны.
Невежество разрушало прошлое, тем самым лишая страну будущего. На глазах у целого народа и с его же помощью пилили огромное дерево многовековой культуры. В результате этические и нравственные ориентиры революции оказались сдвинуты и нарушены. Коммунистическое общество создавалось насилием и принуждением. Добровольный, открытый и свободный труд, который, по утверждениям Махатм, должен быть основой общины, был заменен ее суррогатом, принудительной коллективизацией и казарменным социализмом с рабским трудом миллионов заключенных. Повторная возможность принять Рерихов и прислушаться к философским идеям живой этики пришла к России только через 60 лет, когда страна, пройдя страшные испытания сталинского террора и войны, вновь оказалась перед сложным выбором пути. В 1987 году младший сын Николая Рериха Святослав, проживающий в Индии, вышел на руководство СССР с предложением создать в Москве общественный музей своего великого отца. Для его создания Святослав Николаевич был готов безвозмездно передать из Индии на родину имеющиеся у него картины и другое наследие, в том числе рукописи книг живой этики. В этот раз предложение от Рерихов власти приняли. Я подключился не на первом этапе, а, наверное, на самом решающем, потому что Святослав Николаевич приезжал в Москву, и вот когда он встретился с президентом, с первым президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и принципиальный вопрос решался, то Святослав Николаевич попросил встречи. Тогда Советский фонд мира, которым я руководил, имел серьезные возможности финансовые, и, собственно, на наши деньги перемещалось наследие из Индии, и фактически мы вот были над ними из участников, самых активных и самых, наверное, полезных. Вот. Потом я еще встречался с Святославом Николаевичем. Но у него идея была какая, что если создается общественный музей, то тогда больший контроль вот, со стороны общественности, государственный музей может существовать замечательно, а могут все заправить куда-нибудь запасники, и вообще это будет на десятилетия упрятано. И он считал, что должна быть общественная организация, которая будет вести работу. Вот, и ему казалось, что это самая правильная линия. В 1989 году вышло постановление правительства о создании в стране общественного центра музея имени Николая Рериха. На пост его руководителя Святослав Рерих выбрал Людмилу Шапошникову, известного ученого, писателя и общественного деятеля. Под ее руководством музей превратился в крупнейший в мире общественный центр культуры по изучению, сохранению и популяризации наследия Рерихов. В создании музея и поддержке его деятельности участвовали тысячи людей из России и многих стран мира. Важнейшим направлением музейной работы стало изучение философии живой этики, идейной основы наследия Рерихов. Эта философская система, созданная Рерихами в сотрудничестве с Махатмами Востока, раскрывает закономерности космической эволюции. Она рассматривает культуру как ведущее начало человеческой жизни. Однако в 2012 году с приходом в Министерство культуры нового руководства отношение властей к музею резко изменилось. Чиновники взяли курс на его уничтожение и захват всего рериховского наследия. Союзником Министерства культуры в этом темном деле выступил Государственный музей Востока.
Вместо общественного музея, основанного Святославом Рерихом и созданным на народные пожертвования, чиновники решили создать государственный, подчиненный Министерству культуры. Воля Рериха о недопустимости такого решения их не интересовала. Весной 2017 года общественному музею в Москве подписали окончательный приговор. Его территорию незаконно захватили с помощью силовых структур при непосредственном участии руководства Министерства культуры и Государственного музея Востока. Сотни картин вывезли, а сотрудников изгнали за ворота. Если бы я не знал, что в этой акции замешаны были следствие и юридические сотрудники Министерства культуры и Музея Востока, то я бы сказал, что 7 марта на нас был осуществлен бандитский налет. Вы видите следы этого варварства. Вот за мной картина, то есть рама, из которой выдрали картину, и они это поступили со всеми картинами, голые, пустые рамы. Сейчас со стены мы убрали, но здесь тоже вы помните, что было вот за мной и что сейчас. Мы должны, конечно, объединиться для того, чтобы спасти замечательный музей, да и нашу организацию, потому как война идет на уничтожение. Не понимая смысла и мирового значения философских идей Рерихов, новоявленные владельцы заявили о запрете космической философии и живой этики в стенах нового государственного учреждения. Сами собой напрашиваются параллели с 26-м годом, когда Рерихи приехали в Москву, принесли дары, и эти дары фактически не были приняты. Сейчас мы видим, что разрушаются те дары, которые принес уже младший Рерих, Святослав Николаевич, которые были переданы именно народу. Музей – это тот же дар России от учителей. И если он будет отвергнут, не будет принят, последствия очень даже сложно предугадать. Но они будут суровыми. История повторяется, и люди должны делать выводы из тех ситуаций, через которые они проходят. Если эти выводы не делаются, история будет учить снова и снова, пока ее уроки не будут учтены. А история – это учитель суровый. Разрушение музея имени Николая Константиновича Рериха приведет нашу страну к лишению его народа культурного источника, который заложен в наследие Рериха. Ведь это не просто центр, вот центр музей в плане музея. Это центр нового мышления. Это центр, который развивает идеи живой этики и вот те самые предупреждения, знания, которые махатмы вложили в книги живой этики. Через Святослава Николаевича Рериха, которого, кстати, тоже называли махатмой, этот центр связан с великими учителями, связан с их деяниями, с их планами. Эти планы несут лучшее будущее России. Дело в том, что музей Николая Константиновича Рериха – это необычный музей. Это музей, который на протяжении 25 лет изучал это наследие, представляющее огромный и уникальный пласт знаний о том, что такое культура, ее роль
в развитии страны, государства, знаний, которые раскрывали наше понимание о человеке, о космосе и роли культуры как космического явления. Уничтожение этих знаний является настоящим ударом по развитию культуры в стране. Передача в Россию наследия Рерихов и создание общественного музея в Москве тесно связано с космическими закономерностями. Сегодня, как и в далеком 1926 году перед Россией, вновь стоит выбор – принять новые идеи космического мировоззрения живой этики, последовать рекомендациям тех, кто создал философское учение о человеке и его космической эволюции, или, продолжая старый путь разрушения культуры и знания, повторить трагический опыт своего исторического прошлого. Прислушаемся ли мы к предупреждению великого сына России Николая Рериха о том, что разрушение музея есть разрушение страны? Трудно сказать, как может сложиться вот эти ближайшие годы. Много трудностей, много сложного. Но я верю, что все это как-то растворится, пронесется, и мы сможем начать счастливую новую жизнь без угроз. Тех угроз, которые создает, к сожалению, недомыслие, непонимание. Будем надеяться, что сейчас те тучи, которые как бы нависли над миром, они рассеются, что добро восторжествует.